что ж, доигрались. 1 апреля, любимый день Габи. Она планкует всех, всех до единого. Ну что ж, погнали. Так, 1 берем клубничное молоко. Наливаем. Витькун цветом. Лозовое. А что у меня в руках? Лозовое. Наливаем. Если это вообще незаметно. Ну, Габи была бы не Габи, если бы добавила, конечно, кетчуп. Так, все. Я завизу, тут 100% никто не угадает. Все. Кетчуп просто убиваем. Оставим на столе. Ну что, ждем завтринка. Пусть кто-нибудь завтра выпьет. Ага, все, Габи. Поведу тебя на нее планку. Смотрите, какая вообще тупая. Оставила, как будто выпьет. Да, конечно. Даже я уже поняла. Вот я буду реальные планки делать. Так, берем бутерброд. Так, кладем вот сюда, в тостомойку. И идем за кое-кем вкусненьким. Все залюбят селотик. Но не все любят пелтик Тигапули. В общем, просто сделаю у него свой бутербродик. Вообще, вот так вот. Так. И незаметно, потому что это все под ссылком. Ну что, ждем. Я уверен, что эти вообще даже планка не додумаются сделать. Какой они вообще там планк придумают? Ой-ой-ой. Итак, ребята, в этом доме теперь каждый сам за себя. Потому что я знаю, что могут девочки наготовить. А я самая лучшая в пранках. Вы знаете, мы даже диплом красили по пранкам. Да-да, я такая. Поэтому сейчас одеваемся и идем за важными причиндалами. Ну вы потом все узнаете. А, всем привет, ребята. Короче, я Максим, ну вы меня знаете, в принципе. Я вообще не умею пранки делать. Но у меня есть коллеги, ребята, вы. В телеграм-канале вы мне подкидываете идейки, как бы, да? И там еще, короче, Эллен ЛС спалил. Я. Поэтому переходите, подписывайтесь. Очень много интересного. Ну, в общем, ребята, мне вы подкинули такую идейку. Нужно за ней ехать. Но мне ехать лень. Я заказал по посылке. Должна скоро приехать. Я не знаю, что они мучаются. Я просто их в посудомойку засуну и все. Все планкуют холосо. Но есть только один. Винел. Один победитель. 42 лузела. Ой, я пропала, ребятки. Ой, ну, в общем, как бы я планкился. Номер с листа 8.